мега замута на ночь глядя. Что-то надоело ее строить. Притомился. Супчик с тыквой поели. И ничего не хочется уже. Сколько? 3 часа работы, и вот результат. Ну, сейчас что-то упадет, по-моему. Ну так. Одиннадцатый час, суббота. Мы строим себе лежище на этом наидружелюбнейшем борусе. Зацените кадр. Вот у нас складик, все уже заканчивается. А вон там у нас, соответственно, был вот здесь у нас карьер был. Вот. Вот у нас запасы. Ну это уже утром зафернится. Мороза нету, температура просто. Одно название. Минус 5. Вот еще кучка. Еще. А вот наш очаг. Вот они, мега-горелки. Двух вариантов: резьбовая и вставной сифон баллон. А вот так штатив выглядит. Невостребованный. В общем, нормальные такие условия для неспешной работы на ночь глядя.